Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня мы поговорим о возрождении традиции. В гостях у нас Анна Карпакова, руководитель студии «Белый бал». Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Я думаю, что все хотя бы раз слышали о вашей студии, но наверняка мало кто присутствовал на ваших мероприятиях. Вот, если можно, немножко об истории создания вашей студии, кому пришла в голову идея организовать ее и каким образом вот вы развивались в течение этих 5 лет? Вообще наша студия зародилась как часть, как веточка маленькая клуба, который занимается реконструкцией и ролевыми играми живого действия Мансальвата. Мы его образовали, я отвечала в этом клубе за балы. Собственно, тогда же мы съездили, в 2006 году мы съездили на первый бал в Москве. Ну, для меня это был первый бал. Приехали, посмотрели, нам все очень понравилось, потому что, конечно, в Рязани у нас тогда это было совсем не развито. И после этого мы начали заниматься балами. По-моему, в 2007 году мы провели первый бал здесь, и после этого мы развиваемся. И вот теперь раз в год мы делаем большой бал, белый бал, в этом году он посвящен 400-летию правления династии Романовых. На этот бал, чем он интересен, например, для нас, потому что мы на каждый бал стараемся что-то новенькое сделать. Мы пригласили на этот бал участников со всей России. У нас будет делегация из Владивостока, Архангельска, из Сочи, с центральных регионов, конечно же, из Питера, из Москвы. В общем, отовсюду, откуда можно. И программа, соответственно, у нас такая довольно специфичная, она историческая. Специфика нашей студии, именно вот «Белого бала», в том, что мы занимаемся историческими танцами. Это контрдансы, это различные минуэты, гавоты, так даже всех так и не назовешь. Это вот американские танцы круговые, полька рядова, богемская полька. То есть кадрили в огромном количестве мы изучаем. Сколько человек вообще занимается организацией работы вашей студии? Конечно же, нас много. То есть нельзя сказать, что нас там 5 человек, и мы все такие активисты, а все остальные неактивные, пассивные. Нас, наверное, человек 20, такой активный костяк студии, который шьет платья, выезжает на балы в разные города. Мальчики и девочки, конечно, без кавалеров, как же. Я хочу отметить, что в последний год, то есть как мы начали активно заниматься, то есть у нас раньше были не очень регулярные занятия, нам не позволяло помещение. Но у нас не было своего помещения, и занятия проводились не очень регулярно, не очень часто, и не было таких специфических занятий, мастер-классов, да, условно говоря. Но как только у нас появился помещение, мы начали активно развиваться. И сейчас я могу сказать, что на этот бал очень много девушек будут сами шить платья. Времен Николая II, он тогда в 1934 году утвердил указ о создании российского придворного платья. Именно вот это, я думаю, и стало ключевым таким толчком. Ну, то есть династия Романовых, она большая достаточно, 4 века, и нам было сложно выбрать как-то вот одну именно стезю, но это золотой век русской литературы, с одной стороны, да, а с другой стороны, это как раз то время, когда был утвержден внешний вид придворной дамы, да, фрейлины ее императорского величества. Вот. Ну, то есть вы даже, то есть помимо вот занятий танцами, вы и платье шьете, я смотрю, у вас какие-то семинары проводятся там по изготовлению веера. То есть есть человек, который, опять же, в этом во всем хорошо разбирается, который умеет шить, который умеет все это делать, и он обучает этому тех, кто занимается вашей студией, правильно да, понимаю? Да, это вы обо мне так тонко говорите. Да, действительно, мы занимаемся изготовлением вееров. Нам недавно прислали 2 книги, мы заказывали из Лондона 2 книги по историческому костюму. Сейчас мы снимаем, то есть как мы раньше делали? Как придется, да, там, методом наколки мы работали с историческим платьем. В принципе, это не совсем правильно, но это допустимо, потому что обыденному человеку, точно так же, как вот в кино мы смотрим, он художник по костюмам есть, да? То есть он как видит
платье той эпохи. Так он и состоит. Точно так же и мы работали. Мы работали над разными эпохами по современным выкройкам, грубо говоря. А сейчас вот мы заказали исторические книги с историческими выкройками. И теперь вот к Белому балу мы шьемся прям вот по историческим образцам. Обязательное условие, чтобы девушка приходила в платье, которое она шила собственными руками? Или, в принципе, допустимо, что девушка пойдет, купит вот что-то вот, ну, такое, приблизительно похожее, и вот в покупном придет? Так можно? Нет, конечно, можно, да, то есть, если вдруг вы захотите прийти на бал, да, у вас есть несколько условий. Вы должны быть в светлом платье, обязательно с перчатками, потому что это дресс-код современный, современные правила этикета. Это туфли для танцующих дам без каблука. А если вы просто придете посетить мероприятие, например, как императрица, вы можете не танцевать, это ваше право, вы будете сидеть, у вас может быть просто платье ниже колена, шпильки допускаются, распущенные волосы, но тем, кто на танцполе, тот, кто собирается вот активно так погружаться в эпоху 19 века, тому, конечно, есть ряд предписаний. Но, конечно же, в покупном платье можно прийти, это допускается. Вот все эти танцы, которые вы нам перечисляли, вы их изучаете на протяжении, вот насколько я понимаю, года, да, перед вот таким большим балом. И кто может стать участникам бала, кто может прийти в вашу студию, абсолютно кто угодно? Да, у нас есть несколько групп, то есть мы разделили студию на несколько категорий. Это старшая группа, это те, кто занимаются историческими танцами довольно долго, она у нас сформирована, это вот те самые 20 человек, о которых я говорила, да, это костяк студии. Это младшие группы, это группы старшего возраста, которые мы сейчас набираем. Пока у нас еще набор открыт, туда можно записаться. Ну, собственно, с начала нового учебного года все группы будут тоже переформированы. Кого-то мы переведем в старшую группу, младшую группу будем добирать. Ну, то есть у нас и для детей будет, конечно же, танцы, потому что мы сами все работаем с детьми. Детей научил танцевать один раз, они к тебе придут и в следующий раз. И они, вот что мне нравится, да, например, в этой ситуации, то, что ребенок, он начинает осознавать вообще, что история – это не просто учебник, который мы читаем, а это люди, которые жили, у них были свои развлечения. И вот таким образом, вот через призму того, что мы показываем ребенку одну сторону вот этой вот истории, то есть он, когда читает книгу, он начинает понимать, а в каких они, например, костюмах были, или что чувствовала Наташа, когда она присутствовала на своем первом балу. Это, конечно же, наглядное сразу такое ощущение у них происходит. И им легче читать классическую литературу, которую, в принципе, наши школьники, они не подготовлены читать, да, как бы. И получается, что это очень большое нравственное воспитание, эстетическое воспитание. Насколько я понимаю, тот бал, который состоится 28 апреля, туда уже, так сказать, посторонним людям с улицы не попасть. И если кто-то хочет, то нужно просто приходить к вам в студию и начинать заниматься. Да правильно? Нет, конечно. На самом деле все не так сложно. Можно прийти, ну, конечно, для того, чтобы танцевать старинные танцы, это надо очень много заниматься, шить костюмы, это все понятно. Но вот если просто человек захотел, он просто может прийти и посетить мероприятие в качестве гостя. Мы специально делаем такую категорию людей, которая будет просто за всем происходящим наблюдать. То есть мы немного... Вот именно на Белом балу мы немного театрализируем все, что происходит в бальном зале. То есть есть люди, которые играют свои роли по 19 веку, да, там, например, он император сегодня, вот ему все, значит, кланяются как императору. А есть люди, которые просто приходят, это обычно друзья, родители, да, там, другие родственники, знакомые, незнакомые люди, и просто те, кто захочет, например, посетить, потому что... В театр можно сходить, но в театре вы не имеете возможности поучаствовать в действии. А здесь все-таки у нас будут некоторые танцы, например, медленные, да, какие-то, на которые вы сможете выйти, даже если вы совсем плохо танцуете. И это, конечно, делает большой плюс мероприятию. Ну что ж, Анна, большое вам спасибо за интересную беседу. Я думаю, мы действительно заинтересовали зрителей, и вас на Белом балу 28 апреля прибавится народу в качестве гостей. Ну а на этом мы заканчиваем нашу программу. Увидимся с вами в следующих выпусках.